Очень часто вы мне пишете сообщения, возможно ли добиться красивого рельефного пресса. Запомните, после месяца таких тренировок, каждый день, тратя 15 минут с утра на пресс, я вам обещаю, что уже через месяц вы увидите хороший результат. Друзья, всем привет, с вами Маша Соколова, и сегодня мы с вами говорим о том, как накачать пресс в домашних условиях. Очень часто вы мне пишете сообщение, возможно ли добиться красивого рельефного пресса, просто занимаясь дома. Ответ – возможно. Ранее в ролике про вакуум мы говорили о том, что существует три момента, связанных с красивым рельефным прессом. Это физические упражнения на прямую косые мышцы живота, вакуум для работы с поперечной мышцей живота и все, что связано с питанием, дефицитом калорий и сушкой. Но об этом чуть позже. Сегодня мы с вами рассмотрим блок на пресс, который я обычно выполняю дома, и советую вам выполнить его в течение месяца, каждый день, тратя на это 15 минут утром. И после этого написать в комментариях, какого результата вы добились. Я думаю, что вам понравится. Все будет максимально просто. Для выполнения этого блока вам нужны только вы, коврик, я чем, блин, без коврика, кстати, и секундомер. Мы будем выполнять всего 5 упражнений по кругу. Один круг будет длиться 5 минут, таких кругов будет 3. Соответственно, вам нужно тратить в день всего лишь 15 минут для того, чтобы как следует прорабатывать мышцы живота, и я надеюсь добиться красивых кубиков уже к лету. Первое упражнение, с которого мы начнем, это будет стандартное упражнение прямые скручивания на пресс. В нем задействована прямая мышца живота. Выполняем упражнение в течение 1 минуты, работаем в темпе своего дыхательного цикла, никуда не торопитесь. На выдох вы делаете подъем, максимально сокращая мышцы живота, на вдох опускаетесь вниз, расслабляя спину. Занимаем исходное положение лежа на спине, стопы ставим на ширине таза, поясницу прижимаем к полу, руки на затылок, локти направлены в стороны, подбородок прижат к груди, взгляд вперед. На выдох мы поднимаем плечи, лопатки от пола, прижимая поясницу максимально к полу и напрягая прямую мышцу живота. На вдох опускаемся вниз, расслабляем мышцы живота и контролируем положение поясничного отдела. Спина должна быть все время прижата к полу. Очень часто задают вопрос про верхний и нижний пресс. Так вот, ребята, такого понятия не существует. У нас есть всего лишь одна прямая мышца живота, которая крепится к нижним ребрам и к тазовым костям. Любая мышца в организме сокращается по принципу все или ничего. То есть, если вы работаете а-ля с верхним прессом, естественно, низ живота у вас задействуется точно так же. Но существуют разные вариации, соответственно, разные рычаги работы и разный уровень нагрузки на мышцы живота. Сегодня мы рассмотрим и верхний, и нижний пресс. Так вот, второе упражнение нашего круга направлено на так называемый нижний пресс. Мы будем выполнять обратное скручивание. Исходное положение лежа на спине. Точно так же руки на затылке, локти направлены в стороны, поясница плотно прижата к полу. На выдох мы отрываем таз от пола, направляя ноги в потолок, приподнимаем таз, сильно напрягая мышцы живота. На вдох плавно позвонок за позвонком опускаем поясницу на пол и опускаем ноги в диагональ под 45 градусов. Очень важно в этот момент контролировать мышцы спины, поясничного отдела. Ваша спина должна быть плотно прижата к полу для того, чтобы вся нагрузка шла исключительно на мышцы живота и вы ни в коем случае не травмировали поясницу. Третье упражнение нашего круга – это косые скручивания. Мы уже как следует проработали прямую мышцу живота, теперь переходим к косым. Исходное положение лежа на спине, руки на затылке, локти направлены в стороны, ноги согнуты в коленных суставах до 90 градусов. На вдох мы выполняем диагональное скручивание, локтевой сустав направляем к противоположному коленному суставу, на выдох выполняем смену, следим за положением поясницы и за дыхательным циклом. Следующее упражнение нашего круга – это планка. Мое любимое, самое крутое функциональное упражнение, потому что оно задействует мышцы пресса, мышцы спины, ягодиц, рук. Но главное при выполнении планки – обязательно обращать внимание на технику упражнения. Опускаемся вниз, положение упор стоя на локтях, ноги ставим на ширине таза, внимательно следим за положением поясничного отдела. У вас должна быть ровная спина от копчика до макушки, одна прямая линия, мышцы живота в тонусе. Дышим мы грудью, пресс все время находится в тонусе. Взгляд вперед, удерживаем положение в течение 1 минуты. И далее переходим к последнему упражнению нашего блока. Это также планка, но планка боковая. Мы будем выполнять по 30 секунд на каждую сторону. Ничего сложного, мы просто поворачиваемся на одну из сторон, выполняем упор на локтевой сустав и на ребро стопы. Существует несколько вариаций. Самая простая вариация, когда мы выполняем упражнение, опираясь на локтевой сустав и на колено. Чуть сложнее вариация, когда мы опускаемся на локтевой
сустав и стопы ставим друг на друга, соответственно, стоим на ребре стопы. В данном упражнении очень важно следить за положением поясничного отдела. У вас не должен провисать таз. От плеча до пяток должна быть одна ровная прямая линия. Мышцы живота должны быть все время в тонусе. Точно так же дышим грудью. Итак, вот и подошел к концу первый круг. После 5 упражнений мы отдыхаем примерно 1 минуту, собираемся силами, настраиваемся на второй круг и таких кругов повторяем еще 2. Всего в сумме будет 3. Если вы новичок, вы можете делать упражнения не по минуте, а по 40 секунд, каждым разом увеличивая время выполнения упражнения. Запомните, после месяца таких тренировок, каждый день, тратя 15 минут с утра на пресс, я вам обещаю, что уже через месяц вы увидите хороший результат. А если к этому вы подключите еще ежедневно вакуум, а еще лучше и правильное питание, то уверена, что уже через месяц вы мне точно пришлете свою фотографию с красивым и сеченным прессом. Чтобы не пропустить ролики о правильном питании, о том, как накачать дома ягодицы, либо еще какие-то интересные моменты, обязательно подпишитесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ролик. И также я хочу, чтобы вы в комментариях написали все вопросы, которые вас интересуют, потому что я стараюсь быть для вас максимально полезной и доносить только ту информацию, которая вам нужна. А с вами была Маша Соколова. Я жду результаты вашего красивого накачанного пресса в комментариях и в моем инстаграме. Пока!